Всем привет, с вами Марс. Мы продолжаем играть дополнение к Сталкерзу в Припяти Мизери. Я обновил мод, установил русификатор. Теперь версия мода 2.0.1. Стоит довольно-таки классный русификатор. Переведено. Все. Достойно. Очень даже достойно. Сегодня наш путь будет лежать на куда? Так, нет. Мне нужно задание. Сорока. Так. А я что, разве не взял у тебя задание? А, да. Вот. Теперь у нас есть задание. Вот оно. Мы двинемся туда. Найдешь артефакты? Здравствуй. Я уже закупился противорадиационными препаратами. Чтобы было не так сложно все. Но там сложность будет заключаться впервые в том, чтобы дойти туда. Потому что по дороге тут хватает всякой нечисти. Плюс еще игра умудряется вылетать. Да, этот баг они не исправили. И не надо говорить, что проблема там с железом или еще с чем-то. Это проблема с модом. Да, она, конечно, жрет всю оперативку, что можно. И на 4 гигах оперативки в нормальные моменты она идет нормально, но когда идет сохранение или контрольная точка, то это пиздец, я вам так скажу. Просто по-другому никак. Так, вот мы немножко выпили водички. Теперь у нас с голодом проблема полегче. Я помню этот квест, ибо там, если не отдашь артефакт, на тебя нападут трое. С этими тремя придется как-то разбираться. Если там это были обычные сталкеры, которые умирали от трех пуль, то тут меня будет ждать пиздец. Я так чувствую. Так. Собаки. Так, ну тут вроде никого, так что двигаем. По направлению. Так, сейчас я запомню, как у меня тут по слотам. Так, аптечка, бандажик и противорадиционка. Хорошо. На этим всем придется пользоваться только после того, как я разберусь со сталкерами. Хотя нет. Лучше четверочку перенесем на двоечку, потому что противорадиционка меня должна спасти. Там все в радиации. И других подходов более спокойных я не вижу. Так же самое, как и путей к отступлению нет. Вот в чем заключается сложность этого квеста. Но можно просто отдать артефакты и уйти спокойно. Я еще никогда так не делал, я всегда их тупо мочил. Ну что ж. Исправили, кстати, баг с тем, что враги не умирали при прямого попадания в голову. Теперь с этим проблем не будет. Так, слышите, Гейгер уже нам напоминает об излучении. Тут я еще помню такую проблему с аномалией. Это тоже довольно-таки херово. Так, тут надо поаккуратнее быть. Так, давайте-ка сохранимся и посмотрим, насколько радиационка меня будет спасать. 300 секунд. Это прекрасно на самом деле. Поэтому еще раз сохраняемся. Юзаем антирадиационку. Все, и вперед.
Сука, не просто сволочь, а сука. Ссаная аномалия, ненавижу их. Так. Наверх, 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 наверх. Ой, аж в глазах темнеет. Хорошо. Теперь аптечку. Это надо все пройти с первого раза, потому что когда игра загружается, она может вылететь. Кому я рассказываю? Она вылетит 100% просто. Давайте еще подлечимся. Потому что у меня еще такого не бывало, чтобы она работала нормально после загрузки. Это будет очень сложно, я вам так скажу. Так, что у меня? Надо батончик заживать, чтобы от голода избавиться. Ну все, ты поел. Все, теперь сохраняемся еще раз. И вперед. Здорово. Нет, чеши, не видал, чеши. Бывай. Еще отольется тебе за такое с товарищем обращение. Так. Так. Ой, блядь, нихера себе. Вау. Как он это сделал? Самый ублюдок. Я походу кровью истек. Или он мне в хэд попал. Блин, шикарно. Сейчас, если загружусь, мы вернемся. Здравствуйте еще раз. Я хотел бы извиниться. Концовка, к сожалению, не записалась. Но я перепройду этот момент еще раз. Точнее, да, пройду. Потому что я все-таки не смог в этой серии их убить. Оставился на следующую. Извините, что серия получилась довольно короткая. Даже короче, чем обычно. Но я это исправлю. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока.